Бойцу Синемугу, 24 года, рост 179 сантиметров, профессиональный рекорд, 6 побед, 1 поражение, представляющий бойцовский клуб «Мангус» Оренбург, Россия, Владимир Панченко! Его сопернику 20 лет, рост 185 сантиметров, профессиональный рекорд, 2 победы и 1 поражение, представляет бойцовский клуб «Беркут», город Грозный, Россия! Абдурахман Магомедов! Бойцы на середину. Очень интригующее противостояние. Несмотря на то, что в плане профессиональных поединков Владимир опережает своего соперника по количеству поединков. Но тем не менее, очень серьезный проспект Абдурахман Магомедов. И легко Владимиру сегодня точно не будет. Легко здесь никому не будет. И мы видели все противостояния, насколько они конкурентные. Да, и еще Абдурахман очень богатая история у него выступлений по рукопашным боям. Он именно начинал с этого вида спорта. Хороший джеб сразу мы видим в исполнении Магомедова. Левый скачковый заблокировал его Абдурахман Магомедов. И лоу-кик. Достаточно плотный. И отвечает лоу-киком Владимир. Хорошая двойка с дистанции была в исполнении Магомедова. И посмотрите, через уклон справа пытался достать соперника Владимир Панченков. Но не удалось ему этого сделать. Не донес он удар до цели. И есть левый в туловище с дистанции. Спокойно работает Абдурахман. И вот лоу-кик еще встречает справа. Еще один правый догон. Удар прямой. Хай-кик. Да, я тут же в голову переводит. Попытка перевода. И будет сейчас Панченков улучшать позицию. Абдурахман прихватил руку соперника. Нога захвачена. Попытался подняться Магомедов. Неудачная эта попытка оказалась. Разворачивает его. Все-таки зафиксировал тейкдаун Панченков. Да, почувствовал Панченков в стойке. Был определенный риск. И тут же привел соперника в партер. Уверенный контроль здесь. Заблокировав одну из ног соперника. Здесь Владимир уже доминирует. Хотя пока мы не видим таких впечатляющих, добивающих ударов. Но тем не менее. Вот, пожалуйста. И локти пошли уже в ход. И, конечно, уже и на рассечение, может быть, работает Владимир. Возвращаются в стойку бойцы. Абдурахман Магомедов встает на ноги. Ну и что здесь? Здесь лоу-кик неплохой под опорную ногу. Здесь, и двойка с дистанции. Здесь по логике должен доминировать, конечно же, Абдурахман Магомедов. Но грамотно действует и его соперник. Вот еще раз одна двойка, но совсем рядом с целью. Второй правый прямой пришелся очень. И локоть навстречу от Магомедова. Очень жестко было. И лоу-кик под опорную ногу от Панченкова был. Панченкова, извините. Цепляет подбородок Панченков. Вы посмотрите, да, фронт-кик. Фронт-кик, и еще слева зацепил. Акцентированный, еще один акцентированный удар слева. Почувствовал, что эти удары проходят.
Абдурахман Магомадов. Здесь в серии пошел вперед Починков. И сам тейкдаун проводит. Эффект неожиданности. Вот, пожалуйста, ждал работы в стойке. И Абдурахман. Тейкдаун качественный. Теперь нужно улучшать позицию Магомадову. Да, хотя бы зафиксировать ее, потому что уже больше, меньше полминуты остается у нас до конца стартовой пятиминутки. И посмотрите, что делает Владимир. Хотел удушающе провести с помощью ноги и руки, судя по всему. Но здесь такой позиции находится Абдурахманов. Абдурахманов, что не так-то уж и просто это сделать. Грамотно защищается, вот локтями снизу атакует. Эти атаки могут помочь во втором раунде, потому что получит сейчас какое-то рассечение Абдурахман Магомадов, оно все-таки потом по ходу поединка бы сказывалось на нем. Качественный раунд мы с вами увидели. В начале было преимущество в стойке небольшое у Абдурахмана Магомадова. Далее был перевод от Владимира Пальченкова. Перевод и последующий контроль. Затем Магомадов вернулся в стойку. Начал перебивать соперника на ногах и сам провел тейкдаун под занавес первой пятиминутки. Довольно-таки насыщенный раунд. Интересный бой. В принципе, как оно и ожидалось. Второй раунд. Так, вторая пятиминутка начинается. Хороший правый лоу-кик. Ответ Абдурахмана Магомадова, до цели не дошел. Ну и бросок будет готовить Владимир Пальченков. Это логично, раздергав соперника стойки. Хай-кик, блок приходится от Абдурахмана Магомадова. Не доносит свои удары до цели. Очень жестко, очень жестко. Слева сейчас встречает Абдурахман. Очень жестко и прочувствовал этот удар, конечно, Владимир. Больно ему сейчас. И, пожалуйста. Попытка перейти в одну ногу. Уходит от нее. Вот это вот тейкдаун Абдурахман Магомадов. Еще один правый лоу-кик. Опять прочувствовал, судя по всему. Метит в одну и ту же цель Абдурахман этот удар. И потихоньку отбивает ногу. Хороший мидл-кик в исполнении Пальченкова. И двойка с дистанции. Не дотянулся. Не дошла она до цели. И сам слева пропустил Магомадов. И здесь попытка перейти, но она была слишком уж очевидной, слишком долго. И справа сам пропустил. Продолжал полет к этим ногам. На выходе из клинча Абдурахман Магомадов. Вот та самая проблема с выносливостью, о которой ты говорил, Адам, она сейчас налицо. Справа достает соперника Магомадов. Абдурахман задышал очень тяжело. Мы видим, что сейчас ему приходится тяжело. Но тем не менее он продолжает сражаться, так же как и его соперник. Очень длинные руки у Абдурахмана. И доносит он удар вот справа, до этого вот джебы. И посмотрите, апперкот, да. Да, апперкот. Слева бьет. Боковые еще удары были. Двойка. Ноги остались сзади, пошел вперед Владимир. Я думаю, сейчас атаки Абдурахмана Магомадова имеет такой накопительный эффект. Может, справа, посмотрите. Зацепил. Потрясен Владимир. Сейчас нужно попытаться добить Абдурахмана Магомадова. Но не стал форсировать события. Еще справа хорошо попадает. Ну и попытка перейти. Абдурахман ее контрит.
Да, тейкдаун защищался Абдурахман Магомадов. Я было сказал о накопительном эффекте, как тут же разовым ударом потряс соперника Магомадов. И, пожалуйста, попытка тейкдауна. В одну ногу, но здесь уже контрит Абдурахмана. И локтем на выходе, даже рассечение появилось. Еще слева зацепил Абдурахман. Здесь уже видно, что и Пальченков задышал, и ноги стали более ватными. Потому что действительно вот эти вот удары, они о себе дают знать. Лево тоже очень цепляет. Опасно обменивает ударами бойцы. Да, действительно, правый апперкот до цели донес. И сейчас правым прямым попадает Магомадов. И сам слева пропустил в предыдущем эпизоде. В одном из... Очень устали спортсмены. Мы видим, что уже на морально-волевых они продолжают рубиться. Не позволяет пройти себе в ноги Абдурахман. И хай-кик. И в таком боксерском ключе, посмотрите, такой игровой манере уходит от атак соперника Владимир Пальченков и выходит из угла, в данном случае из сетки. Это очень мощное. И левый завершающий боковой был в исполнении Абдурахмана. Посмотрите, как опасно летят удары совсем рядом, почти у цели. Что будет здесь? Тейкдаун. Пройдет ли тейкдаун у Абдурахмана Магомадова? Пытался сконтрить. Да, пытался сконтрить все-таки. И поднимается на ноги Пальченков. Удар в туловище. Да, вот такая. Это тоже очень крутой бой. Действительно, это обоюдные атаки. И сейчас уже чуть точнее оказывается Пальченков. Да, слева достал соперник. И вот сейчас локтем защиту добивает. Посмотрите, насколько устали спортсмены. Ну, это настоящий... Бой на двух настоящих воинов мы наблюдаем. Два раунда позади. Шикарный поединок. Очень интересный второй раунд. Да, на морально волевых бьются спортсмены. Знаешь, Асламбек, я поймал себя на мысли, что вот спортсмены молодые. И, возможно, никто из них еще не оказывался в нокауте. И вот благодаря этому еще достаточно крепкие головы у них и держат хорошо удар. Может быть на 3-4 года старше Пальченков. И уже по ходу всей своей карьеры, получив определенное количество ударов, сейчас вот эти удары он мог и не выдержать. Вот этот правый боковой плотный. Ну и мы видели, да, на повторе, что и сам слева неплохо потряс соперника. Вот сейчас это было более явно видно. Обменялись такими атаками. Ну, естественно, у Абдурахмана этих атак было больше в стойке. Но сейчас, естественно, на морально-волевых нужно будет провести этот заключительный раунд. Через «не могу действовать» придется спортсменам. И кто будет готов идти до конца, тот и добудет эту победу. Начинается у нас третья пятиминутка. Вот снова обмениваются ударами на старте этого раунда бойцы. Вот справа, да, зацепил Абдурахман в данном случае. Двойка не точная. И справа отвечает Пальченков. И слева сам же пропускает. Да, много ударов мимо, но некоторые из них доходят до цели у обоих спортсменов. Вот локоть навстречу неплохой Владимира. Справа сейчас попадает уже Пальченков. Такое ощущение, что чуть-чуть лучше Пальченков восстановился. И стойки левши действует Абдурахман Магомадов. Контрит он сейчас Абдурахман. Еще одна попытка перевода. Невероятно тяжелый бой, мы видим, что действительно на старте этой пятиминутки такое ощущение, что Абдурахман не восстановился до конца. Отдал он первые полторы минуты в целом. Очень опасно слева на выходе пропускал Абдурахман и сам также донес удар. Это левой передней рукой стабильно успокоит своего соперника
Вот и сейчас мы видим, после двойки Магомадова слева завершает контратаку Владимир Пальчаков. Ну и включаются болельщики. Естественно, они поддерживают Абдурахмана Магомадова. Справа попадает, хорошо Пальченков. Прицел, конечно, сбился у Абдурахмана Магомадова. Мы видим, что очень много ударов мимо цели. И при этом соперник все точнее и точнее. Левый на левый. Также опасно было. И справа попадает Магомадов. Хороший апперкот еще слева зацепил добавку. Абдурахман прессингует и пропускает сам левый Магомадов. Да, левый джеб навстречу. Остается менее чем полраунда до конца этого поединка. Попытка пройти. Уходит из этого тейкдауна Абдурахман Магомадов. Поднимается колено в догонку на выходе, но не доходит до цели. Такой обмен ударами мы видим. Посмотрите. Теперь уже Абдурахман идет. Но Пальченков контрит его. Еще одна попытка вторым темпом. И есть тейкдаун. Очень важный тейкдаун на исполнении Абдурахмана Магомадова. Развить это преимущество Абдурахману. Изо всех сил Пальченков пытается поднять. Магомадов удерживает его на конвасе. Полторы минуты до конца этого поединка. Очень напряженный бой мы наблюдаем. Опорную ногу контролирует Абдурахман Магомадов. И за счет этого он пока не позволяет подняться в стойку. А сейчас все-таки Владимиру удается вернуться на ноги. Чуть больше минуты до конца этого боя, уважаемые друзья. Еще одна попытка контрить теперь. Я Пальченков. Очень сильно устали оба бойца. Очень сильно. Ох, хороший апперкот. Это Абдурахман Магомадов. И здесь уже очень очевидно. Попытка перейти в ноги. И справа пропускает сам Магомадов. И добавляет два удара. Ответ. Получает он удар. 40 секунд, еще меньше даже. Попытка пройти от Пальченкова. Магомадов контрит. Это настоящая война в клетке. Ложное движение было в исполнении Абдурахмана Магомадова, но не наказал он соперника, который было поверил в одну из атак. Ну и здесь уже очень тяжело. 15 секунд до конца этого боя. Двойка с дистанции. Лоу-кик при этом от Пальченкова. Удар ниже пояса. Обмен ударами здесь на средней дистанции. Попытка это настоящая пройти, война, да. Уважаемые друзья. Действительно, два настоящих воина отдали полностью себя. Здесь в клетке оставили. И кому отдадут эту победу? Посмотрите, как тяжело бойцам. Я уж не знаю, кому отдадут победу, но скажу, что никто из них поражения не заслужил. Это да. Был просто шикарный поединок. Изо всех сил. Когда, казалось бы, идти даже уже не осталось ресурсов, да, они вышли на их третьем раунде. Что могли, то и продемонстрировали. Весь запас энергии израсходовали эти спортсмены. Даже сейчас воды не хочет выпить. Отказывается от воды Владимир Пальченков. Сил совсем уже не осталось. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы эти парни пожали друг другу руку. Потому что это было просто шикарное противостояние.
Судьи совещаются, пытаются вынести наиболее справедливое решение. Ну а у нас, друзья, всего лишь навсего три боя остается. Вот так вот незаметно практически. 4 часа 20 минут трансляции позади. Итак, уважаемые друзья, в этом ярком бою раздельным решением судей. Первый судья 29-28, красный. Второй судья 28-29, синий. И третий такой судья 29-28, красный. Победу в этом бою Абдурахжал Абдурахман Магомадов! Ну и поздравляем Абдурахмана Магомадова. Действительно, очень трудовая победа, очень серьезная победа и важная для него победа. И по ощущениям, даже если отбросить все, скажем так, необъективности, скажем так, пристрастие свое, мне кажется, все-таки действительно Абдурахман был чуточку. Уважаемые друзья, мы продолжаем и 13-й бой. Походу,